Всем привет, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Криптосфера, и мы с вами продолжаем обозревать новые интересные криптовалютные проекты. В этом видеоролике у нас будет проект под названием Масса. У него безумно крутой веб-сайт и технология их подсчета транзакций. Это мы все сегодня будем с вами разбирать, и также разбирать и сами технологии. Ну что, ребята, не буду вас томить, переходим к обзору. И вот, ребята, мы переходим к немного ознакомлению с самим проектом под названием Масса. Кстати, вам не напоминает ничего название Масса. Мне очень сильно напоминает NASA, и это довольно серьезный проект, так как он связан с миром и технологиями. Можем видеть, как здесь круто сделали анимацию самого глобуса и вообще, что из себя представляет сам Масса. Это действительно децентрализованный блокчейн, контролируемый тысячами людьми благодаря революционной многопоточной технологии. Мы готовы к массовому внедрению. Сейчас вам буду рассказывать подробнее про технологию и показывать, и вы просто офигеете. Кстати, здесь ссылочку на сам веб-сайт я оставлю в описании. Вы можете посмотреть все более подробно сами и сами использовать их технологию. Кстати, здесь можно создать транзакцию и кошелек. Можно видеть, что у них есть тестовый эпизод, это 14x. У них уже вышел, по-моему, если не ошибаюсь, тестнет 15-й. Почему важна детализация эпизод 1, тестнет приносит некоторые критические изменения. У них здесь очень много их теста. Можем видеть вот их команда, которая тоже была на какой-то из конференций, предоставляла свой проект под названием Масса. Также все ссылочки будут в описании, но мы с вами переходим к самому интересному, это к технологии уже самой. И вот, ребята, мы перешли на нашу технологию. Сейчас я для вас переведу на русский. Но я думаю, здесь так все понятно. Бумажник — это у нас имеется в виду кошелечек. Смотрите на вот эту вот всю конструкцию, и вы скажете мне, что ж это из себя представляет, что это за блоки, что это за сфера. А на самом деле, я вам скажу, что это транзакции между кошельками Масса. Вы только посмотрите, я нажимаю, допустим, на вот эту вот, и мне показывают полная информация. Сейчас давайте вот на эту. Вот, ребята, смотрите, просто показывают полную информацию о данной транзакции. Это просто фантастика. Я не знаю, как они это сделали. Это реально очень и очень круто. Здесь полностью показывается, когда был финал, из какого кошелька на какого, создатель. Вот можно видеть период, который был создан, количество их, масса. Вот, это просто фантастика. Я не понимаю, как они это сделали. Также можно выключить 3D. Можно вот так вот просто посмотреть, как оно делается. Но 3D намного интереснее и круче. И автопрокрутку можно убрать и увидеть, как вообще транзакции происходят. Для меня, когда я первый раз увидел, для меня это было просто не то что фантастика, это было что-то новое, потому что я первый раз вижу такую технологию. Но сейчас мы с вами, кстати, бумажник расскажу вам тоже более подробно. Вы можете создать бумажник и также добавить транзакцию. Вот здесь будет все покажено, отправить массы и получатель, количество, комиссия и тому подобное. И это только технология тестнет, поэтому здесь не надо ничего тратить, просто показывается, как будет действовать данная технология. Ставка — это тут ничего сложного, здесь просто показано в табличном варианте полное количество транзакций. Вот здесь можно увидеть. Мы с вами переходим. Я буду вам рассказывать про саму технологию. И вот, ребята, информация о самой технологии. Давайте прочитаем, как же они это сделали. Масса использует многопоточный блочный граф. Это у нас блокчейн-технология, позволяющая узлам создавать блоки параллельно и обрабатывать около 10 тысяч транзакций в секунду. 10 тысяч транзакций в секунду. И там даже мы могли увидеть процесс обрабатывания транзакций. Благодаря этой параллельной блочной структуре масса является первой технологией блокчейна, которая решает трилемму. Это, я так понимаю, сама 3D-шный узел транзакций. Он масштабируется, детализован и в то же время безопасен. Также имеются небольшие характеристики данного узла, что он будет давать вам эти преимущества. Это у нас транзакции, смарт-контракты с низкой комиссией, низкие требования к оборудованию, принятие участия и получить награждение может любой желающий, бонусы, проценты и тому подобное, сбалансированное распределение, действительно детализировано. Это у нас транзакции и без ошибок, имеется в виду, что будут все смарт-контракты и транзакции. Доказательства доли, низкоэнергетичный, то есть я думаю, здесь даже объясняться не надо. Ну и здесь свой узел, всякие эти статьи и тому подобное. Вот, кстати, вот здесь ссылочки будут все в описании, и в следующем видеоролике по данному проекту, я надеюсь, я буду его снимать, и это будет как раз по их статье. И больше о их технологии, потому что она меня очень и очень заинтересовала. Ребят, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь и следите за данным проектом.
Всем удачи, всем пока.